Добрый день, уважаемые любители хоккея. Пришло время третьего матча. Первой встречи в Новосибирске, финала Восточной конференции. Там был удар клюшкой, да, и Вячеслав Буланов показывает, как все и был. Азеведа набрал скорость, входит в зону. Ой, как в опоску, я хотел сказать, зря пошел в опоску, а не зря. Рылов чуть откатился, бросил добивание, Сало! Я пока не уверен на 100%, что это Сало, но я других вариантов не вижу. Новосибирский дворец очень здорово болеет. Так, и позволили выбраться, и вот так Акбар сравнивает счет. И это Константин Кольцов. Да, настолько искренно вот это недоумение на скамейке Акбар. Личный пас, конечно. Но Губин возвращает назад. Пауза. Гол! Игорь Ажиганов. Сивы появились. И скорость. И добивает его рано. И кажется, не поможет Сало. Конечно, его опять уходит мимо. Последний шанс. И ликует Новосибирский дворец. Дотерпела Сибирь, автор победной шайбы Игорь Ажиганов, упавший на лед, не желает с него подниматься, и его можно понять.